Я уже в предвкушении, надеюсь, вы тоже. Мы вам обещали показать настоящее представление лучших брейк-дансистов Латвии. И это произойдет прямо сейчас. Они уже идут. Подходите ко мне, будем с вами знакомиться. Какая же это разминка была? Йо-йо, надо так говорить, да? А по-всякому можно. Сейчас мы с вами посмотрим еще небольшое видео. Я надеюсь, что вы уже зарядились энергетикой этих ребят. А сразу после мы узнаем, кто есть кто и как они дошли до жизни такой. Это видели мы тоже, и вот они на нашем белом диване. Давайте знакомиться. Кто из вас Тули? Я. Анатолий Солдатенко. Да. Угу. Азбук. Да, это я буду. Александр Михайлов. Очень приятно. Свято Рус. По логике я. По логике, да, но вот Янис Берзинч вас зовут. Янис, как вы дошли до жизни такой, что стали Свято Рус? Почему такой выбор? Ну, это... Как вам сказать, это у народов было 4 племени, да, и они определялись по цветам глаз у расы великой. Это, то есть, харийцы – это серые глаза, дарийцы – серые, харийцы – зеленые, светорусы – голубые, и рассены – это карие. Ну, коричневые, карие.
Вот и все, все просто. А я голубоглазый, да. И рядом с вами сидит шаман Алексей Розец, правильно? Да. Доброе утро, ребята. Большое спасибо за ту энергию, которую вы вдохнули, я надеюсь, не только в нас, но и в наших телезрителей. Настя, слово тебе. Ребят, ну я так понимаю, что команда ваша существует уже достаточно давно, с 2003 года. Ну а как вы нашли друг друга? Как объединились в Камелот? У всех у вас, я знаю, танцевальное прошлое было и до, но как родился Камелот? Ну все постепенно было, да. Мы как бы все друг друга знали. Я, например, занимался у шамана. У него начинал. То есть вы между собой еще и тренеры, и ученики. И соперники еще были в тот момент. И потом объединились, так получилось. Воля судеб, и мы стали вместе. И тогда поменяли название. Было разное название у нас. И тогда сделали Камелот. Как бы мы все равны были. Не как бы, а все равны. Круглый стол. И одна цель была? Ну да, одна цель, конечно же. На мировые соревнования поехать. Но, насколько я понимаю, все-таки стиль, танцевальный стиль брейк-дэнс, он был очень популярный в 80-е годы. Небольшая вспышка популярности произошла в 90-е. А что сейчас? Вот вы такие уже ветераны этого танцевального движения, такие хранители традиций практически, или я ошибаюсь, поправьте меня. Насколько это вообще актуальное направление танцевальное сегодня? Ну, как ты думаешь? Актуальный, конечно. На сегодняшний день? На сегодняшний день так же актуальный, как и в прошлые времена. Единственное, народу меньше просто занимается. А с чем это связано? Почему меньше? Со всякими... iPhone 6 выпустили, и Samsung S5. Facebook появился, Twitter можно сидеть в социальных сетях. Естественно, да-да-да. Появился YouTube, и уже перестали ходить, скажем, на какие-то курсы или тренировки, так как раньше ходили. Все можно найти через интернет-сети. Да, много отвлекающих факторов. И много отвлекающих посмотрели факторов. Кассету, увидели где-то какое-то движение, все, и все заболели. Не, на самом деле все происходит. Нету такой большой волны, но популярность своего брейк-данса, бибоинга, он как был, так он остается. И сейчас в основном, если брать и Латвию, и Прибалтику, то те, которые действительно от сердца этим занимаются, а не так ради моды, то они продолжают это делать. Ну, ребята, вообще то, что вы сейчас показали, это, мне кажется, такое больше мужское направление, и, насколько я понимаю, это называется нижний брейк-данс. Но существует еще и верхний, которым занимаются девушки тоже. Вообще много девчонок занимается брейк-дансом? Ну, знаете, ситуация очень интересная. Это раньше немножко делилось, так что есть верхний брейк-данс. И что, девчонки тоже такое вытворяют? Ну, сейчас, да, это немножко... Вот на голове как произошла эволюция, да? Конечно, произошла эволюция, да, этим занимаются как девушки, так и парни, да, и нет никакого ограничения. Может быть, стиль не настолько агрессивен и не настолько сложен, да, у девушек, но все равно имеются элементы как пауэрмова, да, это идет разговор о каких-то рода кручениях, там, на спине, на голове, да, такого рода элементы. Но, опять же, все с опытом. Если за спиной больше, чем 10 лет, я думаю, что все в порядке, есть возможность танцевать красиво, хорошо и сложно. Вот, кстати, хотел спросить, сколько же нужно лет тренировок, чтобы вот так вот крутиться на голове? Зависит от вас. Как вы... Как желание. Да, как вы сами хотите, так вот, как у вас желание. А сколько вам потребовалось времени, чтобы научиться? Ну, больше, но до сих пор учимся. Да. Со скольки лет вы начали? Вот. Да, я начал 14, да, сейчас мне 30. Я, наверное, где-то с 18-19. А где в ближайшее время можно увидеть ваше выступление? В ближайшее время у нас, честно говоря, конкретно каких-то дат нету, на которые были. Недавно было, вот перед Рождеством мы выступали в Зиргу Пас. У нас была презентация нового проекта хореографа, который Ольга Житлухина. Проект назывался и называется «Бег». Вместе с нами в этом проекте участвует знаменитый латвийский композитор, клавишник Карлис Лацис. Вот это было действительно грандиозно, где мы только четвером выступали. В основном только брейк-данс. И он вживую играл на пианино. Это был такой сейчас вот грандиозный проект, который в конце декабря вышел у нас. Ну, интересная связь с самой Ольгой Житлухиной, ведь это достаточно известный в Латвии хореограф. Она занимается в классическом направлении, ну и в современном тоже. И вот эта связь с уличными танцами, с брейк-дансом, мне кажется, особенно интересна. Вот, наверное, поэтому как бы мы и заинтересовали ее в том плане, что это для нее что-то новое. Что-то необыденное такое. И она сама готова была попробовать себя, свои навыки, свое мастерство, скажем, в нашем направлении. Поэтому перед этим мы сейчас видели на экранах наших телевизоров проект «Саула Стака», где мы также сама с Ольгой Житлухиной делали проект «Саула Стака» вместе с «Кокла». Это на гусле тоже там 100 девочек выступало.
Мы сначала на ДЗС Масветке выступали на Кипселе, а потом в конце года дома Дарза выступали. Вот. И это действительно это был первый проект, где мы связали брейк-данс вместе коклы с музыкой. Народный латвийский инструмент. И это, этот проект прошел на ура. И после этого у нас появился новый проект, где мы решили соединить брейк-данс уже с клавишной музыкой. Ну, я думаю, Саш, мы с тобой не можем упустить возможность, пользуясь такой эксклюзивной встречей. Ребята, вот есть какое-нибудь самое простое движение, которое можно научить вот так вот сходу? Шаман. О, научи шаман. Шаман. Да, вы что-то у нас молчите сегодня. Простое движение. Будете повторять за мной? Да. Отлично. Начать, знаете. Сидя, покажи. Я думал, ты лежа будешь показывать что-то. Сидя. Так. Начнем так и все. Учитывай, что... Нет, ну шутит, ну шутит. Ну, знаете, мы на все согласны. Начнем с верхнего брейк-данса, будет проще. Контролируйте меня. Сгибаем суставы по очереди. Каждый сустав сгибается, следующий сгибаем этот, выпрямляем. Смотрите, да, что да, я смотрю. Нет, второе движение вот такого. Я опережаю программу. Следующий. Третье. Локоть. Плечо. Отдельно плечо. С одного плеча на другое. И вуаля. И туда локоть. Сустав. Отлично. Я тренировалась. Получается так. Максимально можно еще оставить руки на месте, чтобы... Такая утренняя зарядка. Настя, покажи класс. Опа! А теперь признавайся, почему у тебя так хорошо получается. Чудеса! С первого раза. Ладно, ребята. Хороший учитель, ну, что тут можешь сказать? Хороший учитель, да, назовем это так. Ну что же, спасибо вам, что этим утром пришли сюда, танцевали здесь на нашем танцполе. Удачи вам. И надеюсь, вас можно будет где-то еще посмотреть. Ну и надеемся, что увидим вас и в нашей студии когда-нибудь снова, потому что зажгли вы этим утром замечательно. Хорошего вам дня. Ну и вам, дорогие телезрители, конечно же, зарядиться таким же позитивом. И знаете, если вы сделаете такую зарядку, ну хотя бы на 5 минут каждое утро, то день будет замечательным. Точно.